కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీయాద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద గురు వైష్ణవ ఆధ్వర్యమైన Подруковы с помощью Гуру Вайшнава мы продолжаем совершать враджа мандала парикраму. Место, которое мы прибыли, называется Теркадамба. Это место очень дорого для Шилы Гурудева. Когда Шила Гурудева совершал враджа мандала парикраму, даже если по приглашению или без приглашения, Шрила Гурудев говорит, вы должны всегда посещать это место, потому что все маджари под руководством Шри Рупа Госвами приходили в это место. Все наши Гаудия Госвами и наша прайоджана цель, мы всегда должны стремиться к тому, что качество следовать Рупануга, линии Рупануга Вайшнавов. Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит, я слышал от многих садов, с помощью крипы мы можем обрести служение Югала Кишор, Радхе Кришны, по милости Шри Рупа Госвами. Также в этом бажане. Шри Нарутамда Стакур объясняет, и Кришнадас Кевараджа Госвами также говорит о том же, любую главу, которую он заканчивал, он всегда обращался с молитвой к лотосным стопам Шри Рупы, Шри Рагунатха Дас Госвами. Поэтому лишь по их беспечной милости я могу писать Шри Читания Чаритамриту. Все вайшнавы обращаются с молитвой к лотосным стопам Шри Рупы Госвами. Что означает Рупануга и как прийти на этот путь? Шри Рагунатха Дас Госвами, он является Рупануга Варья. Рупануга. Это тот, кто является прайоджана ачарья, наш Шри Рагунатха Дас Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху, то, что он принес. Он сходит в один день Брахмы, и он даровал бесценное сокровище Бхакти. Шри Рупа Госвами объясняет, что Шри Чайтанья Махапрабху снисходит материальный мир в один день Брахмы. И то, что он дарует этому материальному миру, это очень редкий подарок. Любовь, ту, которую стремится достичь Брахма, Рудра, даже Лакшми Деви, Шри Удава в виде тоненькой травинки находится во Врадже Шанкара. Он находится в виде холма. На Радакунде также, на Радарише все не совершают аскезы. Шри Чайтанья Махапрабху принес именно то, что являлось их целью. Он принес в Кали-йоге. И все это принес Кришну прямо, который он хотел заполнить этот материальный мир, подобно океану. Он заполнил то, и также его сокровище, которое принес настолько редко, каким образом его достичь.
Тот, кто не следует лотосным стопам Шри Рупы, Шри Рагунатха Дас Госвами, они не могут стать на путь Рупануга. Когда Шри Рада и Кришна совершают свои прекрасные лилы в Никунджа, лила према, нарма, саки, они, Лалита, Вишака и другие, они не могут находиться в нерешительности, чтобы войти в Кунджу, но Манджари, Палидаси, Шиматьотхарани, они без всяких ограничений, они могут присутствовать в то время, когда Рада и Кришна совершают свои сокровенные игры в Никунджа-лиле. И также они совершенно квалифицированы. Почему? Потому что, находясь под руководством Шри Рупы Госвами, они следуют по его стопам. Без его руководства никто не в состоянии войти в Никунджа-лилу. Шри Наратам Дас Такур также говорит в этой шлоке. Шимана, Шри Чайтанья Махапрабху, его внутреннее настроение сердца, Мана Абхишта, то, что он хранил в своем сердце, он передал сердце Шри Рупы Госвами. Шри Рупа Госвами не пришел бы в этот мир, кто бы смог открыть этот ларец сокровищ Кришна Премы, Враджа Премы. Имеется две двери, которые ведут в сокровищницу. Первый — это Бхакти Расамрита Синху, а второй — Ужвала Ниламани, который написал Шри Рупа Госвами, который является... Это не только раз, это океан расы. А Ужвала Ниламани, священное писание, это совершенно величайшее писание, изумительное. Удивительно, никто не в состоянии обрести квалификацию, чтобы войти в сокровенный смысл Уджвала Ниламани. Но тот, кто следует как Шри Чайтанья Махапрабху, он вложил все эти сокровенные знания в сердце Шри Рупы Госвами. И какое доказательство в этой шлоке, как Шри Бхагаван, который трансформировал всю татву Агьяну в сердце Адикави Шри Брахмы, как Шрила Гурудев говорил, что Адикави — это на самом деле не Брахма, Адикави является Шри Рупа Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху. Также объясняет, что Враджа Према, она подобна океану, она безграничная, бесконечная, нет дна. И если даже хотя бы маленькую капельку, нектарную капельку этого нектара кто-то попробует, тогда он обретет сокровище. И эти ключи от этой сокровищницы Шри Чайтанья Махапрабху передал в руки Шри Рупы Госвами, слушая о его славе и также то, что он написал. Шри Чайтанья Махапрабху был настолько переполнен вот этой шлокой, которую он услышал. Когда Чайтанья Махапрабху услышал эту шлоку, Он сказал: «Я слышал очень много прославления о Харинаме из многих источников, но это настолько удивительная шлока, она наполнена с такой красотой. Я никогда ничего подобного не слышала». Когда он слышал Мангалачарану, то, что написал Шри Рупа Госвами, от начала и до конца он был не в состоянии просто сдержать себя, в эстетическом состоянии находясь. Он позвал всех своих спутников и сказал, что пожалуйста, Шри Рупа Госвами, ты должен опять произнести эту шлоку. И когда Шри Рупа Госвами произнес, Шри Дас Такур начал танцевать и сказал: «О, Рупа, какую ты удивительную шлоку написал о Чайтанья Махапрабху». Шри Рупа Госвами написал все эти шлоки когда Шри Чайтанья Махапрабху танцевал во время Радха-ятры, он произнес одну мирскую шлоку, но никто не мог понять, почему он ее произнес. Но Шри Рупа Госвами, зная внутреннее настроение сердца Шри Чайтанья Махапрабху, когда он услышал этот стих, который произнес Чайтанья Махапрабху, он написал шлоку, написал ее на банановом листе и положил
И когда Читания Махапрабху прочитал ее, он был удивлен. Как ты, Рупа, как ты мог понять то, что я имел в виду? Да потому что кто-то ответил, потому что ты вложил в него все сокровенные знания, все то, что он хотел даровать этому материальному миру. С той целью, к которой он пришел, мы в состоянии не понять. Мы называем себя Рупануга Гаудия Вайшнавами, и мы имеем определенную гордость, то, что мы принадлежим к этой линии. Но Шри Чайтанья Махапрабху, то, что даровал, он не является частной собственностью никакой сампрадайи, потому что любой рагану... То есть Рупануга, он обязательно является Раганугой. То есть, а тот, кто является Раганугой, он может быть и не Рупанугой. Потому что именно Рагануга, следуя по стопам Шри Чайтанья Махапрабху, он является Рупанугой. И поэтому, вы знаете, Шри Санатана Госвами, он совершал баджан недалеко, на берегу Паванасаваравара. Они встречались здесь с Шри Рупа Госвами и обсуждали Харикатху. Однажды Шри Рупа Госвами подумал: мой брат скоро придет, и я хотел бы ему предложить кир. Он вначале просто подумал, у него появилось желание. Но кто может понять настроение сердца чистого преданного? Сама Шримати Радхарани. Тогда раньше здесь был сплошной лес, джунгли. Кто мог реализовать настроение сердца Шри Рупы Госвами? Сама Шримати Радхарани в образе прекрасной юной девочки. Она пришла сюда, в Таркадамбу, и принесла молоко, сахар и все необходимое, и также приготовила хворост. Но Шри Рупа Госвами, разговаривающий с Санатана Госвами, был настолько погружен, что он ничего не видел и не слышал. Как, что является жизнью чистого преданного? Это Кришна Катха, нектар, который присутствует в Кришна Катхе, его не найдешь нигде в этом материальном мире. Как в Гопи Гите, в этой шлоке, в Раджа Гопи прославляют Харикатху. Нектар, который находится в Кришна-катхе, его нигде не находится в этой вселенной. Эта маленькая девочка пришла, и она сказала, она оставила это все. Но Шри Рупа Госвами, из-за того, что он был очень занят, нектарной харикатхой, то, что приносит все самое благоприятное, и Ананда, которая пребывает в харикатхе, как Шикшу. Когда Госвами сказал Парикшиту Махараджу: ты должен попить воды, он сказал: я не ощущаю никакой жажды, я хочу лишь только слушать нектар харикатхи. Точно так же Шримати Радхарани обратилась и сказала, увидя, что они очень заняты, Сарва Лакшми Майи, Шримати Радхарани сама лично приготовила сладкий кир. Сама Шримати Радхарани принесла кир. Он говорит о том, что уже сладкие киры, покоры, все приготовлены. Когда гопи пригласили, когда Шримати Радхарани, она очень быстро все приготовила и ушла. И когда Шри Рупа и Шри Санатана Госвами закончили обсуждение Харикатхи, они предложили то, что Шримати Радхарани приготовила с листочками туласи, с большой любовью предложили Такурджи. И когда Шри Санатана Госвами
попробовал этот нектарный кир. Он его часто пробовал, но этот вкус, который он ощутил в этот момент, его тело, тело стало претерпевать экстатическое состояние. И он подумал, что же это за нектарный кир? И он обратился к Рупе Госвами. Ты о чем-то подумал сегодня в своем уме? Шри Рупа Госвами сказал, да, я хотел бы предложить тебе сегодня кир, но у меня не было никакой возможности. И тогда Шри Санатана Госвами сказал, посмотри, лес вокруг, джунгли, кто в состоянии был понять сокровенное желание твоего сердца? О, это только Шримати Радхарани. Только попробуй. Это Теркадамба, это место, где очень много кадамбовых деревьев, и Кришна приходил сюда пасти коров. И он звал их, чтобы они пришли пить воду в это место. Мы воспеваем святые имена Кришны. Кришна, он воспевает имена своих преданных. И точно так же он каждую корову звал по имени Шьямали, разными именами. Он звал ведущую корову, и в каждой группе, которая находилась, и она бежала к Кришне. И они собирались все вместе. Когда Кришна играл на флейте, сбираясь на кадамбовое дерево, Шримати Радхарани слышала восхитительную мелодию флейты Радхарада, а Лалита слышала мелодию флейты, звала Лалита, Лалита, сегодня Гопаштами. Каждый год мы приходим сюда, в этот самый день, когда празднуется Гопаштами во Вриндаване. Кришна начал пасти телят. А когда уже он переселился в Нандаган, те телята, которые уже повзрослели, они не хотели оставить общение с Кришной, поэтому Кришна начал пасти коров. Кришна, он был совсем маленький, когда пас телят, а потом, когда он немного подрос, телята также подросли, и он начал пасти коров. И также он наслаждался Шингарасой, лилами, которые, когда он встречался с Радхой и с Враджагопи. Когда Шри Кришна, Шри Гурудев приходил в это место, он всегда был очень доволен служением вот этого Махараджа, который является тем, кто поддерживает это место в течение очень многих лет. Когда с первого момента, как он пришел, он постоянно следит и заботится об этом месте. Из-за того, что сейчас то, что корона ковид, поэтому здесь не так все, ну, не украшено сегодня. А обычно, когда мы приходили раньше, в день Гопаштами, в этом самом месте все было необыкновенно красиво украшено живыми цветами. Мы очень в неоплатном долгу перед этим Махараджем, который заботится. Вы должны пожертвовать сегодня что-нибудь для поддержания этого места. И также поклониться этому месту в настроении молитвы, чтобы Рада и Кришна, это святое место, было настолько милостливо, по милости Шри Рупа и Санатана Госвами, могли обрести в Раджа Прему. От Шридхара Махараджа только что вы сейчас слышали, что Кадамба. Кришна приходил сюда, чтобы совершать свои лилы. Шрила Вишнава Хачакарвати Такора объясняет, что Нанда Махарадж имел 8 гошал ферм, где содержались коровы. Айшвара Кадамба он написал. Шри Рупа Госвами, он также приходил сюда и совершал баджан. А также Шримати Радхарани, она проходила, когда нашла в Нандаган, она проходила это место Таркадамба. А я наговорила, я не пройду через это место, потому что Кришна, это темный Кришна здесь. Лалита сказала, да ты не беспокойся, я же с тобой рядом, чего ты его стесняешься? Я же с тобой, тебе нечего бояться. Кришна, что он делал?
он из и под предлогом того, что ей нужно собрать все бусинки своего ожерелья, в этот момент она украдко смотрит на прекрасное лицо Кришны, памятуя об этих удивительных лилах. Шрила Рупа Госвами, ставлю под сомнение, Шримати Радхарани, она наполнена нектаром. Как ее коса, которую ты описываешь, она похожа на... Она лично хотела показать мне, что все совершенно, абсолютно правильно. Он вернулся и сказал: Рупа, ты не должен ничего менять в этой шлоке. Все, что в храме квалифицировано. Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами и все... Все они, являясь вечными спутниками читания Махарбу, также в Кришна-лиле они являются Манджари, Шилаванга Манджари, Рати Манджари, Рупа Манджари. Все они являются участницами прекрасных форм, точно так же, как Кришна может обрести много форм, также и преданные имеют много форм. И иногда, когда Кришна под каким-то предлогом не может прийти навстречу Кришну, но в Раджа Гопи, я хотел бы сказать два слова, что это горделивыми, потому что мы находимся в линии Рупа Нога Вайшнавов. Если бы Шри Рупа Госвами Пад не смог передать сокровенное настроение сердца Шри Чайтанья Махапрабху, как бы мы могли дальше жить в этом материальном мире, если бы Шри Рупа Госвами не сделал этого? Если Шри Рупа Госвами не пришел в этот материальный мир, то тогда самые высочайшие лилы Радхи и Кришны, кто бы распространил их в этом мире? Шри Чайтанья Махапрабху сам лично. Через Шри Рупу Госвами проявил все бхавы, трансцендентное экстатическое состояние любви в этом мире. Шри Санатана Госвами, который жена Павана Саровари, приходил сюда, в Теркадамбе. А Шри Мати Радхарани также приходила. И эту шлоку, которую написал Шри Рупа Госвами, очень разные, то есть переводы этой шлоки. Это не просто то, чтобы приготовить сладкий кир, лишь только по желанию Шри Рупа Госвами, что он хотел приготовить кир. Но он был настолько могущественный, лишь только